Лабы. Досрочное голосование определило главу района. Более 48% жителей отдали свои голоса за Станислава Тюхтинского, который до этого времени исполнял обязанности руководителя районной администрации. По итогам выбора, прошедших накануне, он набрал наибольшее количество голосов избирателей. Его соперниками в политической гонке были предприниматель Евгений Новиков и заместитель директора по воспитательной работе Белогорской гимназии Владислав Окороков. Отдать свой гражданский долг пришли 63,75% жителей района. Приняло участие в голосовании и выборах 1971 избиратель в процентах 63,75. За Новикова Евгения Ивановича проголосовало 785 избирателей, что составило 39,83%. За Окорокова Владислава Витальевича 45 голосов, 2,28%. За Тюхтинского Станислава Яновича 950 голосов, 48,2%. Против всех кандидатов 166 голосов, 8,42%.